Есть в Архангельский дом, который архангелогородцы любовно зовут Северным Пушкинским домом. Живет в нем Ирина Евгеньевна Гипшман, праправнучка великого поэта. Пушкинскую вид свою ведет от старшего сына Александра Сергеевича, Александра Александровича Пушкина. Бабушка ее Наталья Александровна, в замужестве Воронцова-Вильяминова. А мать – старшая дочь Воронцовой-Вильяминовой Лидия Павловна Клименко. У нас не было культа Пушкина в таком прямом смысле, что, знаете, ах, Пушкин, Пушкин, и чтобы мы там гордились и говорили, что, ах, мы потомки Пушкина. Скромные все были очень, скромно одевались, держались очень достойно. И один из бабушкиных принципов был помогать людям, чем возможно. У Ирины Евгеньевны огромный архив, в котором собраны документы, фотографии, письма от известных пушкиноведов Благова, Алексеева, Раевского, Грановского, Левиной, Дейченко, Киреева. Постоянно обменивается корреспонденциями и с академиком Лихачевым. Но самым бесценным в доме у Ирины Евгеньевны является детское покрывало, связанное Натальей Николаевной. За 150 лет оно не выцвело и могло бы долго служить, но его берегут как семейную реликвию. Северная пушкинская ветвь крепко пустила свои корни в Архангельске. Сегодня в городе на Северной Двине живет 9 потомков Александра Сергеевича Пушкина.